Прокуратура Бердска намерена обжаловать решение суда в отношении экс-директора управляющей компании «Жилстройсервис» Алексея Осина. Об этом нашему телеканалу рассказал главный прокурор города Роман Сивак. Подробности далее. 21 ноября Бердский городской суд выпустил экс-директора управляющей компании «Жилстройсервис» Алексея Осина из-под стражи под домашний арест. Напомним, что Осину предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе за присвоение и растрату денег управляющей компании и задолженности МУП КБУ в размере 20 миллионов рублей. С сентября прошлого года подозреваемый находился в следственном изоляторе. Согласно решению суда, дело Осина было уже в третий раз возвращено главному прокурору города с формулировкой для устранения препятствий в его рассмотрении судом. Надзорный орган, в свою очередь, не согласен с таким решением. Прокурор Бердска Роман Сивак сегодня прокомментировал ситуацию нашему телеканалу. Решение Бердского городского суда, связанное с уголовным делом Осина, будет обжаловано в областной Новосибирский суд. Мы изучили материалы в прокуратуре и, в общем-то, нашли основания для того, чтобы это решение обжаловать вышестоящем суде. Впоследствии эта позиция будет согласована с нашей вышестоящей прокуратурой. По данным следствия, Осин, являясь директором управляющей организации с августа 2010 года по март 2015 года, умышленно не оплачивал счета фактуры за поставленные энергоресурсы комбинату бытовых услуг. В результате предприятию был нанесен многомиллионный финансовый ущерб. Наша телекомпания будет следить за развитием ситуации.